Други и подруги, всем привет! Начинаем новый видеодневничок, день за днем, новая серия, новый сюжет из жизни. Говорим прямо. Сюжет из жизни будет сегодня, знаете откуда? Правильно. Из этой оранжевой однокомнатной квартиры, кухни точнее, оранжевой. Так, значится так. Я вам так скажу. Чем бы мне отобедать сегодня? Отобедать мне сегодня надо бы, знаете, чем? Надо бы, наверное, пельмешками. Да. Есть у меня тут в запасе пельмешки Лошкарёв. Есть даже открытая пачка. Вот так, закрывайся. Сейчас будем пельмени эти, знаете, что делать с ними? Правильно, будем их жарить. Давно не ел жареных пельмешек. У меня ведь есть сковорода, которая когда-то в декабре или в ноябре 2020 года была новой. Сегодня она уже, конечно, так подистрепалась немножечко. Но в целом еще пока в рабочем состоянии. Да? Ну, вы видите, во что превращается сковорода через полгода примерно. Так, значит, что мы делаем? Включаем свету сразу. И смотрите, сейчас узнаем, получится ли поджечь газ с первого раза или нет. А вдруг? Да, все получилось. Замечательно. Наверное, нужно свет включить. Да, чтобы было все видно хорошо. Так, огонь делаем чуть-чуть потише. Это видео будет называться, знаете как? Сейчас придумаем название. Наверное, как пожарить пельмени правильно. Да, как правильно пожарить пельмени. В общем, примерно пол столовой ложки растительного масла наливаем в сковороду. Масло называется у меня Благо. Подсолнечное, рафинированное, 1 литр. Давно не пользовался маслом, скажу вам честно. 100 лет будет в обед. Ага. И, значит, смотрите, у меня тут такая фишка. Есть пельмешки сломанные. Вот, наверное, их и будем в первую очередь жарить. Потому что те, которые целые, они пойдут на варку. Ну, а те, которые поломанные, что с них здесь взять? Да, ну, пожарим, да, пожарим. Так, мне нужно, значит, 15 штук, знаете как? 15 штук что-то маловато мне как-то. Наверное, штук 20 надо бы пожарить. Ага, тут некоторые прям есть такие. Ах, ты ж слипшиеся, слипшиеся. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, словно, видите, шестая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Ну, хотя, вы знаете, таких прям поломанных и не сильно много. 10 штук есть. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19. И последний 20-й пельмень полетел в мою сковороду. Вот, ну и что? И все. Накрываем крышкой пельмешки. 20 штучек. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Да, четко, как в аптеке. Оставшиеся пельмешки убираем в закрома родины, в морозилочку. Положим, чтобы этим брендом были наружу, да? Хорошо. Все. Значит, какая наша задача теперь? Под крышкой их жарить. Какое-то время, пока они не разморозятся, да? Пока вся вода из них не выйдет. А потом, пока они там не поджарятся. Для этого дела нужно взять, значит, деревянную ложечку. А также нужно взять тарелочку,
Солить. Я вот думаю, солить их или нет. Наверное, нужно подсолить все-таки. Чуть-чуть хотя бы, да? А то мало ли они там не соленые. Хотя фарш, скорее всего, посоленный, конечно. Ну, чутка можно подсолить. Ну, вот чуть-чуть прям. Смотрите, если крышкой не накрыть, стрелять начнет по-бешеному просто. Надо взять еще одну ложку. Ой, тихо. Сейчас их так подмешаем, чтобы не прилипли. Вот, уже начинается расстрел. Поэтому будьте очень аккуратны, иначе у вас вся кухня будет в жиру. Все, накрываем. А, надо равномерно их распределить по сковороде. Вот так. Ну и понятное дело, что огонь делаем такой небольшой, чтобы они у нас не сгорели. Наши пельмешки. Вот. Прошло примерно 5 минут. Что у нас тут происходит вообще? Бушует по полной программе все, да? Так, хорошо. Крышкой прикрываем, чтобы тут всю кухню не расстрелять. Ну и вообще, желательно бы, конечно, их попереворачивать, потому что... Ой, наверное, нужно, знаете, чтобы это так вот убрать, а то я сейчас... Так, спокойствие. Все? Успокоились? Все, тихо. Ага, хорошо. Такой расстрел просто невозможно. Надо их перевернуть, чтобы они вот, ну, не сгорели просто-напросто. Понимаете как? А то же они могут и сгореть. Вот я 5 минут к ним не подходил. И могут сгореть. То есть надо подходить почаще к этим пельмешкам, которые без спешки сделаны. Так. Ага. Все. Дубль номер 2. Отправляй. Ну и также накрываем крышкой, конечно, иначе сейчас вода-то еще не вся вышла из пельменей, они же были замороженные. Где-то минутки на 3, на 4 отходим. Главное засекать это время. Прошло примерно 3 минуты. Аккуратненько. Лучше сразу убрать с огня. Иначе будет расстрел по полной программе. Так, все. Уже пошел запах жареных пельмешек, кстати, ребятки. Смотрите, какой расстрел идет. Просто нереальный. Ну. Все. Успокоились. Пельмешечки без спешечки. Опа. Ну и смотрим, что у нас тут происходит. Нормально все происходит. Ну-ка. Да, вот с какой стороны плохо поджарились, на ту сторону и переворачиваем. Плохо поджарился. Здесь нормально. Нормально. Все, смотрите, вот теперь можно их уже оставлять без крышки. Они уже разморозились, теперь пускай поджариваются. Огонь стоит, наверное, сильно все-таки. Давайте сделаем еще потише. Вот прям по минималочке. Ну и пускай жарятся. То есть вы поняли, для чего нам нужна была крышка, да? Только лишь для того, чтобы они у нас быстренько разморозились на сковороде. Продолжаем их жарить, периодически присматривая за ними. Ну, примерно раз в 2 минутки подходим и мешаем, чтобы не допустить сгорания этого всего дела, блюда нашего
сегодняшнего. Обратили внимание, что треска уже нету. Можно даже чуть посильнее огонек сделать. Просто поджариваются пельмешки. Да? Конечно. А поначалу какой треск стоял, елки-палки. Просто по полной программе. Вот, огонек прибавил. Звук пошел, видимо, из-за того, что просто огонек медленный был. Ой, какие аппетитные пельмени становятся. Прям вот сейчас, знаете, и зайду слюной. Скажу вам честно, у меня за сегодня, за утро побывала только кружка кофе и три бублика. И все. Так. Возможно, кто-то скажет из вас, как можно, когда худеешь, есть пельмени, пожаренные на масле. Да что ты вообще такое? Ну, вы знаете, процесс похудения идет своим чередом. Иногда можно давать себе слабинку небольшую, да, и пожарить пельмешки. А почему бы и нет, правильно? У меня есть в холодильнике сметана. Где-то она здесь была. Вот она. То есть, поняли фишку, да? У меня-то пельмешки будут не просто жареные, а еще и в сметане. Но я сметану не буду добавлять в этот, ну, в сковороду. А у меня будет сметанкой полито сверху. Вот так. Ну что? Ага. Ой, какие аппетитненькие становятся пельмешечки. Замечательные. Ну, прям, знаете, не пельмени, а красота. Мечта. Тихо. А что же мы начали стрелять? Не нужно нам такого счастья. Ждем еще пару минут, и можно будет доставать. Прошло около 3 минут, ребятки. Ну все, я думаю, они уже готовы. Аккуратненькие, вкусненькие. Смотрите, какие, а. Ой, прям вот мечта. Выключаем. Пельмешки готовы. На все про все ушло, вы знаете, около где-то 15-20 минут, не больше. Как бы это лучше дело-то показать? Наверное, вот так. Покажу это дело, чтобы было всем видно, да? Что делаем? Просто-напросто берем и вываливаем. А здесь масла много. Нет, не просто вываливаем. А надо взять ложечку и ложечкой пересыпать вот сюда. Конечно, это будет долго. Ну, торопиться уже некуда, оно пожарено, осталось только съесть. А может и масло вылить, а? Как оно тут это? Даже не знаю, вылить. Не буду выливать. Масла осталось не так уж и много, видите? Совсем чуть-чуть. Перерасход незначительный. Ага. Эта ложка уже грязная. В масле. Достаем вторую ложку.
И сверху кладем, значит, одной ложки сметаны мало, как я понял. Надо класть две ложки сметаны. Вот. И равномерно сметанку распределяем по пельмешкам. Она холодненькая, сейчас она быстренько остынут, они в ней, короче. Короче, она остудит, поняли, да? Пельмешки. Сметанку на базу. Занимать свое место. Здесь, значит, что нужно сделать? Маке-буке закрываем. Блюдо ставим сюда. Свет выключаем здесь. Вот здесь. Будем сейчас дегустировать, что у нас тут происходит. О, ну, я думаю, всем все видно. Блюдо вам видно. То есть, все замечательно. Вот которые прям под сметанкой пельмешки, они будут самые-самые вкусные. Потому что они уже остывшие, правильно? Вам приятного аппетита я пожелал, да, в начале видео. Думаю, и вы сейчас мне мысленно пожелаете приятного аппетита. Дегустируем. Мукбанг, так сказать, жареных пельменей со сметаной. Неплохо. Очень даже неплохо. Я бы даже сказал, знаете, как вкусно. Да. Могу с уверенностью вам данный рецепт приготовления пельмешек порекомендовать. Кстати, посолил я их не зря. Если бы не посолил, были бы недосоленные. Вкуснотища-то какая, а? Да. Очень даже вкусненько. Я вам так скажу. Доедать уже буду без камеры. В общем, если вам видео понравилось, ребятки, ставьте большой палец вверх. На канал подписывайтесь. Жмите кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Так? Напишите комментарий, что вы думаете о данном рецепте. Может быть, вы как-то по-другому готовите жареные пельмени. Ну, будет интересно узнать ваше мнение, ваш рецепт, да? Вот. Ну и на этом все. Вкусной вам еды, удачных накоплений. До скорых встреч. Аривидерчи. Дзынь. Давайте.